Уважаемые слобожане, помогите нам пристроить двух щеночков. У нас было 5, осталось 2 щенка. Мальчик и девочка. Мальчик рыженький, девочка серенькая. Очень красивые, посмотрите на них. Собачки очень хорошие, без блох. Можем даже помочь, там, при кормежке. Даже потом поможем вам стерилизовать. Потому что у нас есть компания, которая собирает денежки у нас. И мы за счет вот этих денежек будем стерилизовать бездомных животных. Мы надеемся на вас, дорогие слобожане. Thank you.